Я был маленький, учился на баяне. Ходил в музыкальную школу. Однажды к нам пришел мой родственник, я с ним редко встречался, Иван Устиныч, небольшого росточка, фамилия Чудаков. Он учился на семиструнной гитаре у кого-то в клубе, как тот, кто лично знал. Сазонова, Минрова учились у Сазонова, это Валериан Алексеевич Русанова, первого издателя. То есть какая-то преемственная вещь. И он мне с рук, он пришел нам в гости, играл на гитаре. Я не понимал, что на гитаре, он так красиво играл, простенько и красиво. И он мне с рук показал первую пьесу. Она вот эта, «Бедная девица». Я сейчас знаю, «Бедная девица, горем убитая». Большим пальцем играл так. Вот, я был в восторге. Шестиструнка? Семиструнка. Сначала значит семиструнковая, да? Была семиструнка, я в шести вообще не знал, что есть. И количество струн не знал. Я играл на семиструнке всегда. В Туле было? Да. Потом мне срок показал другие вещи, потом первые знакомства и прочее. И уже на ней прилично что-то играл, не знал, что на гитаре есть ноты. И потом потихоньку я узнал, что есть шести струны, что оказывается. И где-то по радио, я помню, услышал, по-моему, это был Крабской. Вот. И я даже не понял, что это другая гитара может быть, что это такой красивый звук, вообще такая фактура, я точнее не понимал этого слова. И потихоньку я стал вот копошиться. Учиться стал, соответственно, плохо. Все время пропадал с гитарой, потом первый вокальный инструментальный ансамбль, в Туле был ансамбль, а танцы играли, и меня понесло. Собственно, вот все мои основные юношеские авторитеты. В музыкальной школе по гитаре я не учился. Значит, впервые вы взяли в каком возрасте гитару благодаря вашему знакомству? Лет 10. Лет 10, да? А почему не учились? Не было. Гитары вообще не было нигде. Что, вообще не существовало? В Туле? Не только в Туле. И мало где она была. Она в отдельных клубах, где-то был при 20-х. Она официально, в общем-то, ей придали анафеме еще в начале 20 века, когда объявили буржуазным инструментом, и все наследие, связанное с ним, и, соответственно, уничтожили. Так ее подпольно преподавали. Ну и, конечно же, ей наступила смерть, как профессиональный ветвь в семиструнной русской струнной гитаре. И все, и вот плохая вот эта тема. И она осталась как бы в народе, как дилетантский мещанский инструмент. И мы не знали этой ее богатой культуры, ничего. Отдельные школы потом попадали и потихоньку. Но когда с Испанией мы стали братья по братьям, это 30-е годы, нам завезли все струны гитары, и тогда вообще смерть просто. Крышка в гроба забили семиструнки. Вот такой был опыт. А перешли на шестиструнку в каком возрасте? Я даже не помню, но я уже учился в музыкальном училище, и где-то на первом-втором курсе я уже прилично играл. Я когда уже понял, что есть ноты, ездил в Москву, мне познакомили там с некоторыми педагогами. Я сметал все, что было на прилавке. У меня сейчас вся подборка всех советских изданий, все школы, все хрестоматии, есть все. Я переиграл все. Неорганизованно, не знал, что такое хорошая постановка, звук, ничего этого не знал. Вы поступили в музыкальное училище, вот и заключаем такое самодеятельное. Нет, такое, нет, да? Нет, я музыкальную школу закончил по баяну. А, по баяну? Да. В Туле? Да, с отличием. То есть вы, в принципе, на хорошем уровне играли? Да, конечно, взяли, да? Сразу, по нотам, да. Все, здесь как полагается. У меня музыкальное образование было, я хорошо учился, и в училище взяли мне. И в училище вас охотно. На баяниста взяли? Как баяниста, где я перевелся еще и на балайку, я еще изучал и балайку. Вот, академические концерты некоторые я уже давал на гитаре там. Все удивлял, просто говорю, как на гитаре, кажется, можно играть. Вот, я говорю, а мы тебе гитарное образование сделать не можем, у нас педагогов нет. Я ездил в Москву. Практически два раза в неделю в переполненных электричках висел на одной руке, ездил заниматься там Панин, Славский, ну люди знают эту историю. И все брало в основном оттуда. Они встречались, соответственно, в Москве с самыми топовыми гитаристами, с зарубежными, и меня все время приглашали. Вот система университета, это большое количество встреч с самыми разными гитаристами. Битетти, Бройко приезжал, там, Бенитос, Марио Луиза Анида, у меня есть фотографии с ними. Мне вдохновляли они. Поэтому мне Славский говорил, я Владимир Владимирович Славский был такой, у него было много информации, он говорит, я тебе формально как образование сделать, диплом училищный, год походишь, там экстерном, я говорю, зачем мне нужен? Тогда я играл, не знаю, насколько я хорошо играл, но, по крайней мере, у меня проблем, то, что называется, техникой не было. У меня какие-то природные руки были, занимался я по 7-8 часов в день, годами. Но, по крайней мере, полет Шмелявского пулеметом играл за минуту 7 секунд, если даже запись на старый магнитофон. Я даже удивляюсь, как все это выбирал. Ужас такой ощущение, что два инструмента. Ну, удивлял, в общем, приезжал, мне Славский все время кашляет, так, говорит, Серег, приехал в Москву, покажи, как играть надо. И он меня звал, как русское чудо. И я там этим фирмачам разыгрывал, Дмитрий Стила. Это в какие годы, сколько вам было? 80-е годы, это конец 70-х, начало 80-х. Конец 70-х годов, когда я работал в музыкальной школе, и, ну, у меня были же успехи, меня все знали. И меня взяли без гитарного образования, я преподавал гитару в музыкальной школе. В Туле? Да, 13. То есть тогда уже в Туле уже открыли классы, я, да? Открыл гитарами, были ученики, да, потом в колледж мне взяли музыкальные, и все это мне было.
Ну вот такая. А потом мне захотелось высшего гитарного образования, поехал в Екатеринбург. Там у нас было единственное место, где можно было получить. Все об этом знают. Это Екатеринбург, Дерун Виталий Михайлович. Кто еще раз? Дерун Виталий Михайлович. Он сейчас уже покойный. Вот. И я ездил к нему, прослушался. Я тогда, это были годы, когда Фрауч учился на третьем курсе, с ним там встречался. И, в общем-то, я тогда играл на поступление в серьезную программу, что мне говорили, приезжай, обязательно поступишь, все. Вот. И, знаешь, что я играл? Я играл с ХТК, мибемоль минорную, фортепианную, в оригинале, опускал на полтона. Никто не играет в мире сейчас ее, это я без понтов говорю. Вторая венгерская рапсодия Листа, в собственной транскрипции, и липовековая, разобрала их создана. И когда я сыграл все это экзамен, не знаю как, но если вернул, так я думаю, слава богу, расплатил. Они вот в комиссии вот так как сидели, я сейчас просто по небу ходил, они никто не шляхнулись, они так в этой позе остались. А потом мне сказали, что я получил 2. Да. И я, мне был удар по сердцу, там сидел сначала без памяти минут 10, потом поехал, полетел в Тулу, а тогда через Казань самолет летал, я забыл гитару до сердца. Я не понял, что произошло. А была ситуация такая. Виталий Михайлович закрывал гитарный класс, то ли он, откровенно говоря, просто в этот период был тяжелой жизнью у него, да, то ли он запил. Он не принимал экзамены, гитаристы не брали. Принимали баянисты, пианисты и скрипачи. Они вынуждены были провести экзамен, потому что уже люди заплатили деньги и приехали. Мы об этом не знали. 26 человек получили 2. Все. Из них 8 с красными дипломами. Но мы об этом знали позже. Представляете? Ну, вот мой первый опыт. Спустя много лет Дерун все-таки восстановился и вел гитару. Несколько человек у него было. Я приехал в это же место, а нет, меня в консерваторию пригласили, я в большом зале играл концерт, был в хорошей форме, удачно сыграл, и Виталий Михайлович сидел слева, я сейчас помню, в первых рядах. И он после этого пришел с 2 бутылками вина ко мне в гостиницкую, Серега, я давно извиниться. Мы вот утром с ним сидели, вот разговаривали, все вспоминали. Было весело. Светлые воспоминания, как по высокому профессионале. И вообще, я рад, что мне жизнь подарила вообще встречи с такими людьми. Я мне со многими подарила, просто именно подарила. Я встречался с самыми стопами композиторами работал, там вот от Фельдсмана там до Тревердиева, понимаете, или собственные проекты были, и совместные, я и в еврейской музыке. Я как-то крутился, и мне ориентиром было что-то высокое, недосягаемое. Мне интересно было, что там кто-то преподавал, сказал. Я какой-то самородок, самоучка в этом вопросе, я дилетант в этом вопросе. Я неправильный гитарист с точки зрения технологии, понимаете, у меня где-то что-то это. Но моя, в общем-то, говорить о том, чем занимаюсь, я, скорее всего, компилированный гитарист. Потому что меня интересуют и другие стили, и прочее. Но то, что перевешивало, всегда и тянуло, почему-то вот родное. И я стал все-таки заниматься русской музыкой, фольклором. В итоге, скажем так, покрутился. Я как верующий человек, знаете, по всем религиям прошелся, и буддизм занимался, и пришел к православию. Вот так вот. А вот семиструнка вас не отпускала или только что? Никогда не отпускала. Более того, она больше вдохновляла. Она начала вдохновлять тогда, когда я стал читать, просто чисто читать об ее истории, о том, что происходило, какой репертуар, я был потрясен, я его нигде не слышал, не видел. Вот. Ну и когда я был, так называемый сейчас называется, тусовки в обществе, когда взяли его, Сережу, один человек мне сказал, не буду говорить фамилию, сыграй что-нибудь наше русское такое для души, что прям, как вот, знаете, как по Пандополу было, что душа развернулась, вернулась. И я взял гитару и поймал на мысли, я не знаю, что играть, для души, чтобы красивое. Именно так, кстати, на семиструнке играли. Красота игры, цена для своего всего красоты. И я начал какие-то вариации, что да нет, не то, это наше. И вот это было отправной точкой, стало рыть землю, смотреть, а что это значит играть в душе красиво и правильно. И так пошел я в русской истории, и углубился, и так мне и осталось. Вот и все. В каком году вот это вот был перелом? Примерно. Вот после Дерона уже, да? Он в период, когда я ездил поступать, еще не было. Я знал семиструнку, но с такого сильного я не было. Я тоже был подвержен тем тенденциям, что ну, хороший инструмент, но более дилетантский народ, мало серьезно там может еще не быть. На таком уровне я и знал. Я не играл, кстати. У меня дома было 2 гитары. Тогда были только семиструнки, шестиструнки даже не выпускали, их переделали из семи. То есть вы одинаково одно время играли на шестиструнках? Да, 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 это совершенно. Но как-то шести осталось, потому что репертуар более музыкальный, более фактурный. Я сразу оценил это. Ну а когда поглубже углубился и понял, что нет, ребят, пулемет я вам не дам, там все серьезно. Все очень просто. Понимаете, наверное, почему? Российская природа, русская, она песнопение, да, в отличие от западной. Линеарность, вот эта вот лирика глубокая. И как писал Стакович в своих трудах, критик от семиструнки, почему такое распространение феерическое? Народная песня, народная культура возвысила семиструнку.
Представляете, такой байс, она себе культура. При простоте, как пример, это мог бы распевать. И отсюда потом начал открывать, надо победный шествие, открывать свои возможности. И вот этот продолжительный звук, вот эта педаль, мелодизм, понимаете, в простоте, на все страны, типа, всем вообще невозможно. И другая природа, она более импульсная, более сценическая. А там другое натяжение струн, там готовый аккорд, он тянется там секунд 15. Понимаете, вы не можете размышлять, как от степи до степи кругом, так до глубокой лирики. И вот этот мелодический звук, он непобедимое качество семиструнной гитары, он меня привлек. Вот красивая игра, она невозможна без этого тембристого звука, этих обертонов. Я стал ее копировать, опускать струны, делать пятую в соль, там, пытаться играть на открытых позициях. Я начал просто копировать семиструны, потому что струнная гитара внятнее со сцены звучала. У меня не был профессиональный семиструнный инструмент. Может, я на семиструну-то играл бы профессионально, но у меня был хороший инструмент, у меня разные инструменты были. И так и стал копировать, и так образовалась русская музыка на классической гитаре. И потом мне говорят, ты в русском стиле что-нибудь сыграй. Вот этот русский стиль даже не я придумал. Он ко мне как прилип, а так он остался. И уже спустя много лет, уже перед 2000-ми годами, самые тяжелые годы, когда мне еще было, вообще есть просто в стране, и я ее не предавал, создавал лучший свой репертуар, сидел дома и грабил. А потом уже создал работу по настоянию моих учеников, которая так называется «Русский стиль игры на классической гитаре». Она вышла в Туле. И она как базисная. Я потом понял, что эту тему можно развивать. Она сделана была на спонсорские деньги и совершенно не из желания заработать. Просто приоткрыть некоторую страницу, грань того, что делаю. Потому что то, что в этом сборнике, там в самом стилевом отношении меньше пьес, потому что слишком много там еще понатавил, и ничего, и много нехорошего там было, что мне не нравилось. Она дала базисное представление, что есть русская школа. Не просто самоучитель, а школа. Потому что надо было много перечитать, кое-что из архивов и частных переписок. Мне друзья присылали материалы. Яблоков в тот момент уже выписал свой знаменитый кирпич, энциклопедия русских и советских гитаристов. Вот. И я тогда понял, что буду эту тему развивать дальше. Это долгая тема. В общем, все из-за любви. Обычная любовь к этому ремеслу, чтобы научиться играть мелодично и хотя бы интереснее сделать, если брать народную музыку, ее сделать программно, как это делали многие известные композиторы, не просто набор вариаций, они чаще всего случайные. Чисто технически. Есть такая категория игра искусство ради искусства, то есть для развлечений, как в фольклоре, да, есть для быта и самое. Вот представьте себе, брать фольклор, тогда такового концертного исполнителя не существовало. Как хозяйка стояла у печи, как она напевала, так это оставалось. Это был чистокровно. То же самое и в этой музыке. Должно быть честно, просто и понятно. Я такого материала был лишен. Я мог его взять то где, опять же, с народных песнопений. И тогда я что-то делал, находил характер, тональность, о чем эта песня, как это можно передать. Мне в голову не приходилось, что я открываю какое-то новое направление. А сейчас мне уже со стороны других говорят, что да, фактически это новое направление, потому что оно базируется на русских традиционных законах музыкальных. На гитаре этого раньше не было, на шестистронном точно не было. Я человек патологически не боящийся сцены. Никогда себя не воспринимал как гитариста-концертанта или который вот, исполнитель. Я патологически не умею волноваться. Просто вот захочу, я это не умею делать. Меня не интересует, что струна треснет, там что-то чисто сыграю, я вообще этого качества лишен. Я всегда показывал то, что я делаю. И честно говорю, что я показываю материал, и меня оценить с точки зрения конкурса не надо. И все об этом знают. И порой играю очень хорошо, прям вдохновенно. Порой играю просто и грязно, неорганизованно. Потому что я на гитаре в общем не занимаюсь. Все удивляются, как ты можешь не заниматься гитарой, играть, я на пенсию вышел. И у меня есть работа, там книга написана на эту тему, как сократить время и без инструментов можно играть прилично. И, то есть я просто фрукт неправильный, почему я говорю, да, действительно. Я сейчас пойду играть, достаточно сложную программу. У меня, я посчитал общую сложность, не повторяю, 86 пьес. У меня это отработано десятка пьес, чтобы вот выйти и достойно сыграть. Я все время говорю разное. Все не знаю, как это делать, я могу потом об этом подробнее рассказать. А большей частью вы играете собственно отсюда, да? Я все играю собственно всю жизнь. Я поиграл одно время полифонию, в Туле был конкурс, я в нем участвовал на гитаре. Я играл барьер спачи всего. То есть я всю гитарную классику знаю очень хорошо. Ну, по крайней мере, прилично. Все, что на конкурсе, я все знаю. Да. Но я все, что создаю, я со сцены играю то, что создаю сам. У меня много чего есть. А Василий Иванович, а вот родители вот, или, может, бабушки и дедушки играли на инструментах? Вот от кого у вас, как вы думаете, передалось вот это музыкальное? Даже не знаю. У меня... Прекрасно пела мама и тетя, у них природные голоса были, это правда. Такой тембр, я бы сказал, все тут поют, а это просто природа. Я вот старые записи слушаю дома, такие голоса. Мне через пение все пришло, никто, я на баяне. Дома пели, да? Да, то есть у нас по воскресеньям собиралась вся родня, распевали, и так пели на голоса. Никакой фальши, понимаете, никаких пьянок, да там супер. У меня вот насчет этого детства, я потом на Волге вырос.
Мать нас с одним братом на 3 месяца отсылала на Волгу. Представляете, как летом 3 месяца? А куда именно? Под Саратов. Представляете, живописные места, казаки-разбойники, там, все опыт, знаю, да? Река. Это весь опыт мой. Я с этим соприкоснулся напрямую. Поэтому я могу сказать, что детство было очень счастливым. Мне вот этот цвет он на всю жизнь пронес, собственно, как идея. Что так, что значит русскость, понимаете? Это сейчас ничего, молодежь не знает, откуда они это знают. А я это лично прошел. И поэтому желание показать что-то на гитаре гораздо сильнее, чем показать себя. Поэтому я не волнуюсь. Я говорю, смотри, как могу, я в интернете нашел стиль страсти, смотри, как я прилепил к народной теме. Понимаете? То есть я какой-то такой, я говорю постоянно какими-то идеями. Вот я боюсь, когда этот огонек иссякнет, пока он не иссякает. Да, слава Богу. А вот корни ваши сугубо тульские или из деревни? Тульские. Из деревни? Я родился в Туле. Не, а вот родители и бабушки, дедушки, они сами? Мамка, она как раз с Волги приехала в Тулу. Папка у меня из-под Курска. Из-под Курска? Да, мать звали Мария, отец Иван. Отец Иван да Мария, в общем, чисто русская семья. А работали они у вас с кем? Отец был мастером по холодильным установкам, а мамка в консервном магазине заведующий старшим районом сначала. Ну, вот торговли, пацаном, вот. Широченной души женщина была, вся дружила со всем городом. К ней все ходили, всех объединяла, всегда всех мерила. Это было просто наше, вот это вот, как вот Богоматерь, понимаете, спасибо, Господи. Это было просто широченная душа. Я через любовь все это впитал, только через любовь. Мне никто не помогал, никто не говорил, по рукам не бил. Я занимался тем, чем я хотел. Мне только говорили, во, хорошо, давай дальше. То есть они ни на чем не настаивали? Нет. Ну, баяном вы занимались, ну, так, хорошо. Так я мамку купил баян моему старшему брату Вячеславу. Он бросил ее, а я в него вцепился. То есть, в принципе, баян вам тоже очень нравился? Конечно. Мне сейчас нравится, я сейчас могу играть. Когда я в учебе служил в военном оркестре и замещал военный дирижер, там проходила перкуссия, ударность. Я играл на флейте и на барабане. И получилось человек оркестр. Я знаю все инструменты и могу прилично их играть. Рояль я не дореализованный пианист. Я на рояле неплохо играю. Поэтому я все это знаю. Просто уже времени не на это нету реально. Нет времени, и потом нельзя служить всем господам. Нет времени что-то создавать, конкретно играть. А так иногда даже в некоторых проектах участвую как пианист. Мне проще живется в этом вопросе. Я никогда не ставил целью вот, профессионально чего-то достичь. Я брал лучшее из той области, которая мне чем-то нравилась. Поэтому сделать приложение какое-то классическое. Я раньше выступал в Питере, в той же капелле, у меня спорный концерт был, я Чайковского, Лавренского. Мне эти приложения делал из того, что я сам чувствовал постепенно фактуры. И делал не так, как принято на гитаре. Они все хорошо звучали. У меня их мало таких работ. Я поэтому вот не стал сегодня развиваться, но они хорошие. Я знаю вот ребят, которые в Америке живут, взяли мои приложения и играют там. В частности, вот «Апрель» подснежник самый удачный. Ну, много чего. То есть я все это знаю. Что думаете, почему я? Если бы я сидел просто как гитарист, что-то из пальца высасывал, я не думаю, что мне что-то удалось бы создать. Мышление, оно какое-то неправильное. Почему неправильное? Потому что я не могу вот играть на гитаре, хоть я гитарный композитор, но я не могу отталкиваться от струн. У меня внутреннее, у меня образное мышление, оно инструментальное. Все, что я делаю, все имеет инструментальный характер. Везде подразумевается фактура, сопровождение оркестровое и так далее. Я так просто устроен. Поэтому они впихнуты в рамки инструмента. Мои же первые издания, особенно американские, вот эти, которые издавали, там фактуры я читаю, какой кошмар, как я все это играл. Можно было чуть там упростить, там-то сделать. Понимаете, и там везде оркестровое звучание, конкретно оркестровое. Оно мне нравится, собственно. Поэтому, когда ты видишь и чувствуешь, за это не просто обработка, а чувствуешь какой-то музыкальный опыт. Почему сейчас играет? Вы думаете, я проводил какую-то политику, пытался кому-то внедрить что-то? Я счастлив был, когда первый там исполнитель меня исполнил. Как мне это не нравилось, вы не представляете? Это был кошмар. Боже мой, ты не так задумаешь. А я, спасибо, вот, молодец. Понимаете? И все, что мне играют, я даже не сдаю ничего, чтобы продавать. Кто-нибудь видел? Все, что я все делаю бескорыстно. Я могу привести большое количество нот, они все разлетятся, я об этом знаю. Я их не сдаю. Я сдаю только серьезные издания, те, которым потребуются. Просто народные песни, пляска, там, двутомник, это да, подарочные такие, так называемые. А все остальное просто на листках даю, дарю, хотите играть, хотите нет. И главное, мне что понравилось, люди стали играть качественную музыку, то, которую я оцениваю как качественную. И, видать, образование, понимаете, людей не обманешь. И повеление души у них и соприкасается со струнами внутренними, поэтому, собственно, меня играют. И мне это большая честь, это я говорю без безумства. Потому что многие более талантливые, чем я, остаются незамеченными порой, в силу разных причин. И пишут, что называется, в стол. Как Медяков мне сказал, говорит, Сереж, они хорошие, говорит, многие пишут в стол, никто не играет. Ты говорит, не представляешь, что такое. Ты говорит, Сереж, самый исполняемый гитарный композитор в стране. Во всем космосе посчитали, там люди уже поглядели.
говорю, что я жил бы в Америке, был бы до неприличия богат, бы точно был. Тут у нас еще есть композитор Рехин, Кошкин. Ну, это я их очень уважаю, это большие композиторы, их много играют тоже. И Рехин не знаю, как много играет, а Кошкин играет много. Ну, это у нас главное просто. Никита Арнольдович, это что-то недосягаемое. И Рехин тоже. Но Рехин, понимаете, он композитор крупный, он не гитарист все-таки. Ну да, а Кошкин, он, конечно, пришел к гитаре как немножечко. Это его не умоляет, но это другое. А Кошкин, он еще и гитарист. Понимаете, Кошкин сделал мне честь, он же первыми 90-е годы во Франции играл целое отделение. И играл хорошо. Он даже записи в интернете выложил, случайно наткнулся, послушал. Какие-то, можно говорить, о каких-то нюансах, да, но играет блестяще, по образу. Ну, это, понимаете, у него мышление, это композитор, теоретик. У меня жена тоже теоретик. Я без теоретики не повезло. Эти жизни такой простой вам не обещают. Эти такое найдут, понимаете. Если я показываю, что жене, она пальцем показала, что там наворочил, да, ну, безобразие, да, я сразу прям рву и все. А она у вас именно музыкальная теоретика? Да, она мне серьезно, за меня красным дипломом, да вы что, там. Она мне директор филармонии. Кто ли? Да. У нас там серьезная музыкальная деятельность, я тоже там занимаюсь гитарным аккомпанементом, приглашаю людей. Поэтому все, что я делаю, ну, проверка проходит, по крайней мере, серьезно. Я даже не знаю, почему по этому пути пошел. Профессиональный путь самый точный. У меня вот, когда я показывал одному другу из Екатеринбурга, приехал, тетрадку, сколько вариантов у меня было сделано одной вещи. Найти правильную тональность, решение, способ, стиль. У меня, я смотрю даже по прошествии лет, сколько мыслей было. Я их перечеркиваю, правильно делал. Красиво звучит, но к содержанию отношения не имеет. Я оставлял то, что имеет какую-то художественную ценность. Для себя делал, не для кого-то. Потому что мне много надо было играть, кому-то показывать, чтобы было достойно. Общество было, критерии были высокие. Как Алексей Алексеевич Булатов такой, если он сам хат закончил, актер, блестящий голос, бас, прилет. Если он запел, понимаете, я ему что-то там брякнул не туда, понимаете? Я очень ценю его мнение, кстати, мне много подсказал, что говорил по русской музыке. Ну, есть такие самородки. Вы, в смысле, аккомпанировали? Мы пробовали проект сделать, мы, к сожалению, не записали. Просто он тонко чувствует, он переслушал все Шаляпин, хорошо знает оперную музыку. Когда он открыл рот, я понял, что это в копейку Шаляпин. Он не Лизавас как певец, он во Франции там пел и прочее. Если он поет, я вижу, он как актер, как он доносит. Значит, надо играть в характере. Если я ему... Я, правда, мало ему еще играл, но если я ему что-то сыграл бы, я сразу скажу, батенька, это все хрень, это все не наше, понимаешь, это все... Вот, понимаешь, то есть я все время... Представляю жену Булатова, я представляю Терри Дейви, который мне замечания делал в еврейской музыке, и такие варианты ему давал, он говорит, что это такое, это о чем, почему, обосную. Он мне все время говорил, аргументируй, почему ты имеешь такое решение. Да, я говорю, красиво, что значит красиво, что ты хотел этим сказать. И все время под их, по печени давали эти все. Ну и вот так теперь, а потом я узнал, что на КПРФском факультете это сравнение типологии, это норма. То есть ты анализируешь, что тебе было создано, какими средствами ты это сделал, так называемые композиторские приемы. И я уже вижу, допустим, оцениваю здесь на конкурсе какие-то сочинения других, да, я смотрю не просто, как он изобретал, а есть ли за это мысли, то есть есть ли способ, которым он это сделал органично, чтобы это, пусть даже тональный, но это должна быть форма и так далее. Если нет, то, конечно, ставишь низкий балл из-за этих соображений, а не потому что... Кстати, а к тональной музыке как вы относитесь? Хорошо, на самом деле. Я Губайдулина, Малера очень любил в детстве, концерт для 9 инструментов, ложился на диване и просто медитировал. Но не все. Очень быстро мне это надоедало, хотел за что-то зацепиться, чтобы хотя бы какая-то линия была. А сейчас? Сейчас такое же отношение. Если она существует, я минут 10 послушаю внимательно, если мне тут трогать, я слушаю дальше. Много билиберды, это с моей точки зрения, моя личная, я хочу обидеть. Билиберды и в гитаре то же самое. Вот это вот все. Не надо путать. Музыкальными образами, это разные вещи. И здесь сложно ориентироваться, здесь надо просто иметь музыкальный опыт и вкус. Нет других ориентиров. Билиберды много, это честно скажу. Ну, зерна отсеивается со временем, так везде. Оценить музыку в данный момент неправильно и вообще считаю не нужно. Потому что ты попадаешь в конфликтную ситуацию раз, пройдет 10 лет, а может 2 года, может станет хитом, там и будет нововведение. Ты можешь сказать свое мнение, если тебе о нем спросят. Это самая правильная позиция. Если меня спрашивают, я честно говорю, мне никогда было не заклаживаю. Я попадал уже в ситуации. Поэтому лучше оценить время. Если вот меня время оценило, это осталось, я знаю, что и после моей смерти я останусь, как мне сказал Попов Виктор Иванович из Оренбурга. Говорит, Сережа, это остается на веках. Относись к этому ответственно. Я все равно, да ладно, сыграем. Нет, все должно быть точно. Ты еще не понимаешь, что-то. Я что-то такое опыт напрягся, и для себя я знаю, что халтуры я выносить на люди не буду. И давать просто ноты, что-то не доделано уже все. Исключено.
О вашем восприятии творчества Сергея Дмитриевича Орехова, и, может быть, вы даже были с ним лично знакомы? Было такое? Мне дважды организовывали встречи, я ни разу с ним встречался. А в какие-то годы вам организовывали? 80-е годы, начало 80-х. А кто организовывал? Подольский Илья, мой ученик, он поступил в Москву, и он говорит, там будет встреча, будет. Мне звонил, говорит, я скажу, когда будет дом и прочее. И еще один человек был, вы его не знаете. Толик Вдовин, который хоть имеет знакомый, мы все это сделаем. Я где-то в разъездах был. Ну, в общем, что касается Орехова, мое отношение к нему. Дело в том, что Орехов фигура как очень значимая. Для меня он был как образец, как можно играть на русской специальной гитаре. В моем представлении она была такая импровизационная, русско-цыганская. Тем более, что у него все было очень, очень достойно, и это было знак качества. И я на него, когда занимался русской музыкой, ориентировался на том, что вот как с ними струночка-то минимум вот так она должна звучать. Поэтому для меня Орехов это русская гитара больше себе струн, какой она могла бы быть, если продолжала развиваться, по какому направлению, в каком стиле и так далее. Орехов для меня самая значимая фигура. А на концертах бывали вы? Нет. Я говорю, не встречался. Только по записям, да? Записи переснимал, переиграл. Вот. И то, что Орехов создал, все осталось на века. То, что и шестиструнники, и семиструнники играют. Вот Зимаков, он уже играл тройку заметарьевскую. На конкурсе в США выиграл конкурс с тройкой. Техничные вещи врезал там. И вообще, это была неожиданность. Из России на таком престижном конкурсе Орехов. Ты женами говорит, попробуйте, сыграйте ее. Там, что называется, играть надо. Понимаешь? Если гитарист играет очень хорошо, сейчас уже тогда нет. Сейчас Мурин, например, играет, но просто резко технически таки, на таком уровне. И сейчас единицы тянут. На конкурсах я тройку практически не слышу. Самая такая сложная вещь. Сложная вещь, техническая очень. Там она даже чуть-чуть даже перегружена где-то кода, понимаете? Но сам посыл, вот этот, как можно. Потому что русская гитара всегда импровизационная гитара. И всегда пробежки, арпеджио. Арпеджио это достоинство семиструнной гитары. Там педали лучше, богаче. И там все, в общем-то, серьезно. История и жизнь показала. У каждого инструмента свои достоинства. У семиструнной гитары ее достоинство это ее репертуар. Ее внятный звук сценический именно. Семиструнная гитара, она прошла другую историю. И поскольку в основе песенного творчества линейность, педаль хорошая, понимаете, протяжная и все. Арпеджио, там готовый аккорд просто второй, там это проще делать. Там симметричная аппликатура можно принести оттуда-туда. К тому же там разработан строй, 7 основных ходы, еще Сихар это делал. И поэтому это чисто русский инструмент, несмотря на то, что как бы название русское тоже такое, оно спорное. Вот, оно какое-то не совсем точное. Но тем не менее, русская семиструнная гитара это уже устоявшийся бренд. И их сравнить нельзя. Две разные, как фламенко и классика нельзя сравнивать. Тоже два похожих инструмента, совершенно разные культуры. Культуры разные. Но для нее, как русской классической семиструнной гитары, ученики Сихова и Брусовского создавали репертуар. Он до нас не весь дошел, но это авторские вещи, не только вариации народной темы, очень достойны. Потом и композитор, тот же Павел Фазанчеев Матвей. Который сам композитор, дирижер, и вдруг его понесло семиструнную гитару. Он писал до нее, писал школу в четырех частях, о ее достоинствах и так далее. Об этом много сказано, потому что был такой период в истории, когда был между четом и нечетом по количеству струн. Чуть ли там не вражда, вот, друг к другу обращались и считали, вот, кто перед кем. И совершенно напрасный труд, жизнь показала, что это делать не нужно. Те, кто любит звук семиструнный, вот эти вот незатейливые, но очень глубокие пьески, тянущиеся, красивые, гармонические. У шестиструнных гитар другой опыт. Если вы играете на двух инструментах, я считаю, это вы очень полноценный музыкант. Вы другими ушами слушаете одну и другую. Вы гитарную школу привносите туда и берете оттуда вот эту вот внутреннюю суть, задушевность, легато. Вот. Я всегда говорил, что я совмещаю два инструмента. Вот и моя задача научить играть по-русски на классическом строю. Ну, квартовый строй довольно совершенный строй. Просто репертуара самого не хватает, его практически нет, чтобы играть. Как вы еще будете слушать? Педаль в аккордах. Я могу взять аккорд, открыть позицию, он еще как-то тянется.
Духовые позиции мне очень трудно. Я вот стал ее копировать стилизованно, как так образовался русский стиль на классической гитаре. По крайней мере, ко мне, когда подходили пожилые дядечки и говорили, йо, я думаю, я на семиструнную гитару слушаю. Наконец я слышал приличную семиструнную гитару. Я на шести играл, и мне не осторожно сказать. У меня была семиструнная гитара с добавочным басом, а я бас не использовал. И это для меня был лучший комплимент. У меня раньше программы были разные, другие совершенно. Я из Анчеев много играл. Так что два разных опыта. А вот ореховские обработки вы пытались на шестую струну переложить? Вот как-то? Или может даже продолжить его вариации? Перекладывал. А вот какие-то его произведения вы по-своему там вот обработку делали, которую он уже до этого до вас обрабатывал? Нет, ореховские не трогал вещи. Не покушались? Нет, я просто брал его, допустим, деревья плакучие, в регламент анализ, чуточку дорабатывал по форме, там есть спорные места, в тремоло, вертикаль. Вот. Но я делал удобно так, чтобы я играл одно время долго. Я ореховские вещи не трогал, я брал так, как они есть. Я сейчас их помню, все эти вариации. На этой гитаре сложно. Я даже знаю вот моих знакомых цыгане, которые прекрасно играют все эти вариации ореховские на классической гитаре. Со своими браслежками, все играет. Ну, самое главное в Орехове это его репертуар, еще раз говорю, который он создал, который лучше играть все-таки в родном строю. Потому что сейчас музыканты все больше и больше, смотрю, параллельно играют на семиструнных гитарах. То есть некое возрождение вы наблюдаете, да? Да. Знаете почему? Другое звучание. Семиструнные гитары мало-мало известны. А здесь другое звучание. Другие румынские, тот же Дима Ларионов, блестящий музыкант просто, современность. Его понесло семиструнную гитару. Он недавно Павла Зачеева играл на семиструнной гитаре. Гервоед? Да. Что-то захотелось им. Другой опыт, я говорю, это очень интересно. Попробовать. Потому что материала такого глубокого, мало, его практически нет. Надо копошиться, искать что-то, на это жизни не хватает. Дать готовые, да, можно. Но а кто это даст? Я собирался за Чеева Павла издавать, мне не разрешил издатель, сказали, что после его смерти не прошло 75 лет и так далее. Но я его все равно издал. Люди должны знать это наследие. Он прекрасно звучит на шести. Прекрасно, за Чеева. Потому что это писал не только гитарист, это писал музыкант, композитор. Там музыка, она как бы не привязана к инструменту, практически по внутренней сути. У него много чего интересного. То есть надо поднимать, вот моя задача сейчас поднимать вот эти имена, обнародовать их и заниматься популяризацией русского гитарного наследия применительно к общепринятым стандартам шестиструнной гитаре. Я этим сейчас занимаюсь. Будет хрестоматия сейчас издана, она будет презентация в феврале в Казани. В учебных заведениях появится наконец-то русский материал. Я сейчас уже был сегодня на концерте, его играл от начала. Люди даже не знают о существовании его, что это глубокая музыка, довольно интересная. Подходит, это быть не может, что было написано. Там некоторые вещи есть. Я играл ее, уже не помню где. Ко мне подходили и говорят, это говорит стилизация, это не может быть. Я говорю, нет, это стилизация Александра. Это было написано задолго до того, как появился Бариус. Вот, допустим, брать Александров такой, у него есть Вальс Адью. Это шедевр просто шедевр. Ну, в общем, что про это говорить долго? Для того, чтобы это полюбить, надо хотя бы, чтобы это слышали и попробовать самому. А ученики есть у вас, вот именно как у гитариста? Я сознательно ушел от всех видов педагогической работы. Это большая ответственность, и постоянно нужно заниматься. У меня на это времени нет. Я понял, что это высокую, трудную задачу. Я рекомендую тем, у кого к этому есть дар, нужно усилить через другие способности. Я ушел с педагогической работы, я там 17 лет общей сложности работал. Достаточно долго. Вот, ну, сейчас я узнаю, вы мастер-классы вот даете, да? Мастер-класс постоянно приезжаю, люди многие хотят. Почему кто-то именно вот хотят куда двигаться? Много переиграли, не знают, что играть дальше. Я говорю, да дело не в том, что играть, понимаешь? Как ты себя в этом материале находишь? Что твое? А что тебе лучше получается? Что твое? Вот начинают люди думать. Это само ворвалось. Если не ворвалось это в твою жизнь, вот почувствуешь, что это любишь, тогда вообще бросит инструмент. За что? Почему у нас что-то получается? Мы все время открываем что-то новое, ключевое слово, новое что-то. Я, например, создаю новый репертуар, другие по-новому играют, на этом учатся. Кто-то пошел еще дальше, создает и играет. Для меня композитор-исполнитель был самый интересный человек. Все, кого я слышал, так Анрис, Томми Эммануил, это можно кучу назвать, которые вот именно создают и хорошо это делают. Они вдохновляют. Должен так кого-то вдохновлять. О, я послушал, я так играть никогда не буду, я решил бросить там. По рукам бьют, понимаешь? То есть другая крайность. Раньше не было информации, сейчас ее полно, и люди не знают, что с ней делать. Слушать себя надо, сердце свое слушать, оно подскажет. Точно туда торгуешь или нет. Если туда, у тебя будет получаться. А вот знакомство у вас с Кривоносовым, ростовским гитаристом? Я знаю про него, лично нет. Кривоносов, для его памяти, когда был конкурс в Москве,
вот я сейчас не помню, приезжал ли он, это организован Мушкушевич Володя, да, да, председателем жюри. Вот, по-моему, он еще приезжал. Потому что я лично, я вот просто долго с ним не общался. Я помню, когда мы были в зале концерта, слева сидели вот мужчины, по-моему, это был Кривонос. Но это легендарная фигура, сколько у него любви вложено, воспитанников. Ну вот, получилось так, что мы оклавами живем в разных местах. Кто постарше, они, может, с собой общались, ездили где-то. А у меня другой. Я сам себе, как получается, понимаете, я оттуда, 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 оттуда. А вот Лев Александрович Минров? Прекрасно. Тоже его лично я не знал. Мне учились многие знакомые, я знаю школу, я знаю информацию про всех. Вот, брал у них материалы, играл, переслушал. Простенький Николаевич Блик, сорокопятки все это снимал, даже цыганскую венгерку. Это фольклор, это серьезная вещь на самом деле. Вот, семиструнки хорошо играют. Я решил посмотреть. Я достал все версии. Северная традиция, среднерусская, все выходы. Мисличенко тоже показывал выход, как правильно играть венгерку. Я на классике могу играть венгерку так, как семиструнки не играют ее. Ореховский вариант, конечно, знаю. Но это отдельная тема. То есть, если меня раньше на телевидении приглашали, вот на «Шире круг» передача там была в 50-х годах, у меня по центральному каналу снято два фильма по мне. На первом канале у меня сольный концерт был. Я ничего не размещаю в интернете, у меня много информации. Я не хочу. Откуда люди взяли ту передачу, где я там молодой Команька играю, я не знаю. Я никому ничего не давал. Мне есть что на старость лет предъявить, если специально этого не делаю. Вот. И тогда играл. Мне просили играть цыганскую венгерку, там рамо цыгану. Я приезжал, не удивляюсь, почему я на шестиструнной гитаре играю совершенно по семиструнному. И вот там я познакомился с Канденко, там с этими этим гитаристом. Так что, и потом, у меня цыганский коллектив, может, русско-цыганский в Туле, называется «Три уездные поляны». Две, Любовь Перелуцкая, Татьяна Левашова, две певицы и я. Мы занимались исследованием творчества Толстых, все, что звучало у него дома. Я в Ясной Поляне пробыл 15 лет. И мы параллельно много чем занимались. В Ясной Поляне концерт у нас были, концерт «Зал России». Вот. Первая премия, гран-при на конкурсе «Памяти жемчужного». Я представителем был Сличенко. Вот там мне показывал выход. То есть я в романсах-то долго довольно-таки. По крайней мере, знаю все основное. Городской романс очень люблю. Потому что там слово художественное, там нужно быть очень грамотным в аккомпанементе, там все точно, там левотуры никакого нет. Там надо. Я снимал Ташкина, Ашкеназа, Аптекина, ну как они это делают, как делать заполнение. Понимаете? Потому что мне интересно было, как это семиструнки, без всякого уважения, они этого не знали опыта. Сергей Орехов где-то снимал, что-то подсматривал. Поэтому я вот эти имя считаю, что-то знаю. Исполнители знаю, работали с ними, со многими. Это долгая тема. Меня приглашали как человек, который, где нет пианино или рояля, и приглашали, который все играет, все знает. Проще просто. Взял инструмент, и в любой тональности могу сыграть там где-то больше 100 основных романсов, и все знаю. А вот немножко расскажите о ваших гитарах или гитаре, которую вы играете, мастеровая? Ну, это Рамирес. Рамирес, Хосе Рамирес III. Это оригинал. Их в России 20 инструментов. Женя Фехтештейн у меня. Хороший инструмент. Вот, не совсем мой. Хороший испанский инструмент. Дорогой, но это не совсем мой. Это просто для концертов, когда я играю разную музыку, включая джазовую, как сегодня. А если я играю музыку более русской, своей фольклорной, я беру семиструнную. У меня заказная семиструнная гитара. А мастер какой? Ее делал когда-то, делал Акопов, но ее полностью разломали, сделали по новой мензуре и настройку, и деку. Новый инструмент сделал Баков. Владимир Баков такой есть. Хороший гитар с хорошей педалью. Вот, и вот я на ней не рекламе там. На ней получается у меня легато все. Но там нет такой красоты тембра, какой дофлойт есть. Вот классический тембр брать, округлый тон, он здесь лучше. Поэтому это разные инструменты. И помимо этого у меня еще 7 гитар, включая середину 19 века, копия Шерцера. Там есть те, на которых я работаю, есть сальная гитара тихая, аэрподзвучка есть, много чего. То есть для разных случаев жизни. Когда я играю, допустим, джазовые стандарты, я беру просто скелет, так называемый, понимаете, там звучит все. Там. Потому что я этому, еще раз говорю, отдавал часть жизни, я это очень люблю. Вот. И я за этим опытом всегда ныряю туда. То есть я знаю законы какие-то примитивные, основные, и как это сделать. Вот. Эта гитара менее всего к этой музыке приспособлена. А вот что вы еще вот хотели бы, может, какой-то пласт освоить, может, в русской музыке? Что-то, может, самим еще какие-то обработки? Ей-бог, всю жизнь учусь. Каждый раз что-то откапываю, мне интересно. Я, например, для меня загадка,
некоторые виды гитар латиноамериканских, вот стальная гитара, стил гитары, способы игры кантри, несмотря на то, что у меня есть все школы, для меня таинство есть, как играют некоторые вещи. Мне просто интересно с точки зрения как исследователя фольклориста. Может, я внесу это где-то какие-то свои композиции. То есть всегда гитара оставляет загадку. Это же, как все говорят, гитара это не инструмент, это понятие. Когда ты говоришь гитаре, это что ты имеешь в виду? Это же в целом музыкальный молодежный мейнстрим. Это может быть что угодно, это электрогитара, там, до соул, до джаза. Это, гитара это мировая культура. Поэтому если я занимаюсь только этой, я себя резко ограничиваю. Поэтому я стараюсь цеплять оттуда, оттуда, откуда мне что берется. Если я не знаю, допустим, тот же страйк, хотя бы не прочувствовал, я никогда вот. Когда садик я садил, допустим, сегодня играл самосадик, да? Как, откуда я что возьму? Есть законы фолка. Я просто пикаю туда, как улыбка композитора, понимаете? Но я его знаю. Не зная этих стилей, вы никогда ничего не напишете. Вот с этой точки зрения, есть гиганты, у которых есть чему учиться. Тот же Том Эммануэль. Его позиция, его мышление мне очень нравится. Я уже много ничего подсмотрел, мог что еще создам. У меня есть пьесы в стиле страйк. Но это часть жизни. Я его никому не навязываю, потому что на классической гитаре люди не готовы к этой формации. Когда им даешь, у них нет предпосылок. Они не умеют ни свинговать, не умеют гармонически так мыслить. Это проблема педагогов, если они... Саша Виницкий, например, много полезного сделал. Это просто человек в истории вошел. Он открыл, наконец-то, сторону гитары, которая, возможно, играет на нейлоне. Ему памятник поставить при жизни в центре Москвы. Понимаете? Еще раз Александр? Виницкий. Много значит, да. Я тоже джаз играю, но я на этой гитаре его лично практически не играю. А он занимается не только этим, он глубокий исследователь, он все, что касается стилей, сам босанова, он, в общем, открыл, его любят, вот, и это справедливо, он молодец. Пока до Луси вы тоже что-то подсмотрели? Да, вот мы все вот уже... Лично вообще не встречались, да? Встречался, да? Я единственный, кто с ним встречался. У него в радио записано сейчас ни с кем, ни с музыкантами, ни с прессой. И когда он умер, они не могли найти материал, никто не встречался. А я с ним встречался трижды. И поэтому ко мне телевидение и все ныряли, что я у нее спрашивал, и у нее действительно так это было. А встречались где? В Москве? В Испании, когда работал, в Москве. И самое главное, когда он приехал в Калугу, вот был концерт у него, 2007 что ли год, вот когда ему было 60 лет. Он же до прошлого гитару не играл. И вот Акимов с ним связался, Олег, который главный художественный руководитель, и он его говорил. Он приехал, взял коллектив. И я его встречал, мы встречались с ним в ресторане. Я знаю, что он сухое вино пьет, доставал ему вино, пьет просто. Он меня сразу не узнал. Я с ним по-испански немножко говорю так. А потом он вспомнил. И вот мы в ресторане сидели, пока мы взяли коллектив, нечего было делать, я ему играл в фольклорной гитаре. Там ничего не говорил, курил так, что о, у нас там типа так не играет, у нас по-другому. Дело даже не в этом. Я понимал, кому я играю. Это теперь история. И сейчас мне многие завидуют. Испак, это личное. Я у него так прием спросил, как он на сапу играет. Он ничего не показывал, просто говорит, вот так. А он по-другому играет, не так, как в школе. Он играет небольшим пальцем, а кистью. Мне сразу он пошел. Ну, это фигура мега, конечно. Вот Мамонтов у нас играл под Россию. Да, одно время Мамонтов был, на телевидении даже раз показали. Я с ним встречался. В Москву, когда мы приезжали, Петр Панин тогда, Славский, и он заходил. Я там Чартыш Монти играл, все это рапсодии. Вот, я там... Ну, он как-то слишком в эстраду шел как-то, да, мне кажется? Он долго, так, как бы поза какая-то долго не удержался. Очень важно расти, развиваться, долго жить. Вот долгожителей мало. Сорвался, да, где-то? Да, что-то я даже не знаю. Но молодой, понимаете, молодость быстро проходит. Если у тебя есть системность, есть направление, есть любовь к этому, ты будешь этим заниматься. А победа, как говорит старые мастера, вы можете одерживать их беспорядочно. Но это очень быстро проходит. Дальше что? Есть то, что другим недоступно, недосягаемо. Если у человека это свершилось, допустим, победили тех конкурсов, да, это уникальные люди, я считаю. Это писать, сколько нужно пройти, чтобы соответствовать критериям, чтобы там труна не треснула, ты вылетаешь. Я считаю, счастливые люди, что за счет своей любви и ремесла, и они смогли пробиться. Я всех подсматриваю, те, кто окончили престижные конкурсы, у них у всех блестящее мышление, звук, школа, они все знают, чего нельзя. Там есть чему у них учиться. И заметьте, это родом из России. Спасибо вообще российской школе. Мы стали сейчас уже впереди планеты всей. Самое большое число победителей этих конкурсов из России. Я очень уважаю Европу. Но плечи разворачиваются, гордость за нас берет. Смекалка всегда была характерной чертой русского человека.
Наш менталитет, как наш приговор, нас несет эмоционально. Мы находим там решение, другие не находят. Мы уж не такие аккуратисты, как в Европе, да? Но у нас вот эта волна творческая, она сметает все на свете. Из России, тут еще я посмотрю, очень большое будущее. Из-за направления, которым вот я занимаюсь, уже последователи пошли. И это не убиваем, потому что это часть нашей культуры, часть нашей жизни. По какой-то мере возврат к нашим истокам. Без этого ведь мы действительно никто. Я не буду играть Бариуса в Мексике, понимаете? Меня в Америку приглашали играть Бариуса. Я мог бы сыграть, потому что у меня есть вот эта русская лирика. Я не стал этого делать. Казалось, Америка там по себе, потому что есть такие исполнители Бариуса. Зачем я буду? Давайте, я говорю, сыграем русскую классику. Они не знают, что такое побаивается. А что такое русская классика? Ну ладно, вот так. Спасибо большое.